Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, Низер, и сегодня я вам покажу, как заменить модельки в Half-Life 2. Это делается очень просто, как вы видите, у меня сейчас все стандартные модельки на пистолет и на монтировку. И сейчас мы их изменим. И вот, ребята, для того, чтобы, собственно говоря, и изменить вот модельки, переходим на сайт, на который я оставлю ссылочку в описании, и выбираем то оружие, которое мы хотим изменить. Я выберу самое простое, это монтировку или лом. Вот, я знаю, что я хочу изменить. Вы там тоже можете выбирать, не обязательно, как у меня все делать. Вот, я выберу кирку. Так, ну рейтинг 5, наверное, это очень крутой скин. Так, давайте перекинем его на рабочий стол. И все. Вот он у нас перекинулся. Та моделька, которую мы хотим скачать. И теперь, что мы должны сделать? Заходим в корневую папку Half-Life. Вот. А потом Custom. И вот. В общем, подождите. Вот. Теперь тут создаем папку с тем же названием, как и называется ваше оружие, которое вы хотите изменить. Так. Блин. Вот. Ай, у меня ничего не получилось. Это просто обязательно, или иначе у вас ничего не получается. Не получится. Так. Crowbar. Все. Открываем наш архив и просто перекидываем наши файлы вот в эту папку. Теперь закрываем и переходим в Half-Life. Вот, ребята, я опять зашел, в общем, сюда, и сейчас мы протестируем. Просто если мы сделали что-то не так, мы это сейчас исправим. Да, вот видите, у нас получилось, теперь у нас вместо ломика, так сказать, кирка. И да, если вы думаете, что это за полосы сверху или снизу, не знаю, беру я их при монтаже или нет, напишите об этом в комментариях. Вот, это просто у меня разрешение монитора не подходит таким разрешением, которые в этой игре. Так, ну давайте кого-нибудь убьем. Вот, например, этих ребят. Вот. Как вы видите, у нас все работает. Ну а с вами был я, Низер. Всем пока.